Прекрасный зимний день, любимая словацами набережная и настоящий образец сплоченности и единения горожан. Участники снежного субботника, взяв в руки необходимые инструменты и прихватив позитивный настрой, прибирают от снега обширную территорию. Общее достояние приводится в порядок общими усилиями. Городская набережная несет в себе мощный объединяющий эффект. Снежный субботник собрал десятки неравнодушных словацев. Общественная территория приводится в порядок в рамках традиционной акции, которая объединяет весь регион в едином стремлении сделать мир вокруг лучше, красивее и чище. По всей республике у нас, начиная с конца декабря месяца, проходят снежные субботники. И наш город Салават присоединился к этой замечательной акции. Выбрали мы нашу любимую общественную территорию, которую мы благоустраивали на протяжении 2 лет. Это набережная. Городская набережная – место символичное и по-особому ценное, успевшее стать достопримечательностью, центром притяжения жителей Салавата и гостей города. Например, Ольга и Сергей в день свадьбы пришли запечатлеть важные моменты именно сюда. Видели фотографии в Инстаграме и прочее, в соцсетях. Обустроили его красиво, и мы хотели пофоткаться. В снежном субботнике принимают участие сотрудники администрации, управления городского хозяйства, структурных подразделений и множество организаций Салавата. Работа спорится, а мороз лишь добавляет энергии и бодрости. Это наоборот, по-моему, больше придает силу уверенности, когда мороз, то есть не дает тебе стоять, то есть заставляет обязательно греться, движение. Строительство этой набережной видели с самого начала, и поэтому сейчас уже видим, какая она стала, то есть прекрасная наша набережная, как она преобразилась. И, конечно, очень приятно принимать участие в субботниках на этой набережной и приводить ее в порядок для наших граждан, для граждан города Салават. Настроение отличное, работаем на свежем воздухе. Помогаем немного благоустройству, очищаем в данный момент воркауты, набережную территорию, планируем очистить полностью от снега. Зима в этом году выдалась щедрой на осадки и была организована масштабная борьба с их последствиями. Коммунальщики работают ежедневно, не покладая рук и лопат. Регулярно по улицам дворов и дорогам проходит снегоуборочная техника. В рамках снежного субботника же во дворах потрудились работники управляющих организаций и жильцы. Особую роль отвели очистки детских площадок. Без внимания не остались дорожки, участки под малыми архитектурными формами, крыши конструкций. Конечно же, как следует, прибрали участники акции и придомовые территории, проезды и дворы. На помощь трудолюбивым горожанам вышла и снегоуборочная техника. Субботник получился насыщенным и масштабным. Поработали на нем больше 200 человек. Было задействовано 27 единиц техники. Добрая традиция снежных субботников будет продолжена. Зульфия Суйргулова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».